Во-первых, мы здесь можем увидеть, что у нас формировалась недельная фигура на рост. Вот он треугольник. Треугольник дает вероятность 67% на продолжение роста в среднесрочной перспективе. Коль у нас есть фигура, мы можем сразу построить цель фигуры. И наиболее вероятная цель FIBA 161.8 это примерно 13366. Это цель фигуры, которую мы возьмем с вероятностью 74% в случае начала реализации этого треугольника. Начало реализации происходит в момент пробития вот этой верхней границы. Мы ее пробиваем с вероятностью 74% мы достигаем вот этой вот отметки. Поле золота чисто графически сейчас смотрится однозначно в лонг. Что является отменой роста? Это разрушение фигуры, пробой линии параллельности, то есть это примерно уровень 10 тысяч. Тогда да, тогда это будет полная отмена восходящего тренда по полюсу и уход в глубокую коррекцию. А upside 15%. По нему скорее рекомендация именно hold. То есть если есть позицию удерживаем, новую не открываем.